До 1914 года в Османской империи у армян было 2538 церквей, 451 монастырь и 2000 школ. Армянские школы составляли 80% османских школ. Продолжая план младотурок, кемальцы вытеснили и истребили западных армян с их многовековой родины, наполнили опустевшую государственную казну за счет имущества, созданного армянами на протяжении веков, и выплатили значительную часть внешних долгов. Современная Турция построена на основе материальных, политических и военных ценностей, насильственно присвоенных во время геноцида армян.